Здравствуйте. Очередной день, очередные изделия готовы для обзора. И давайте сразу же начнем. Буду по порядку все по ходу показывать, рассказывать. И чтобы у вас получилось впечатление, как бы вживую все это дело рассмотреть. Давайте сразу начну с того, что вот именно этот клинок я хотел сделать таким бордовым. И по сути у меня это получилось, но вот эта бордовость, она какая-то еле заметная. Тут больше темно-синего, серого, даже красноватого в принципе нет. Да, вот по краям это как бы серый преобладает больше, таким оттенком в розовый, но он очень слабый этот оттенок. А вот сами видите, вот посередине, где никель, темно-синий. То есть такой вот брутальный клинок, не особо цветастый, но с преобладанием цвета. Кромочки тонюсенькие, я их все-таки, наверное, подведу вам, чтобы было удобнее потом затачивать. Просто хотя бы первоначальный такой сделаю, кромочку первоначальную. Вот видите, вот здесь вот бордовым чуть-чуть отдает, но это совсем чуть-чуть. Вот такой вот клинок. Дальше, это, да, не сказал, вот этот клинок предыдущий, как и этот клинок, вот следующий, у которого преобладает более большая цветовая гамма, то есть, сами видите, они сделаны из торцевого многослойного дамаска с никелем посередине, то есть, самый жесткий слой, это верхний и нижний, на кромке который, на обухе, то есть и на кромке, а посередине он тоже имеет большую твердость, но сам никель не может быть закален. Просто такой материал, что он не может быть закален, сам никель. Но он вам и, в принципе, на режущие свойства никак не повлияет, потому что он в середине. Вот тут я откнул свое клеймо, так скромно, на хвостовичке, но кому не нравится, как говорится, сдерете. Это также торцевой дамаск. Сразу хочу сказать, что у всех клинков, вот, представленных перед вами, клинообразные прямые спуски. Стараюсь поймать отблеск и резкость. Вот так вот, если медленно протащить, будет прям видно все-все. Под лампами, конечно, это не то. Дневной бы свет вам передал бы большую гамму. Вот этот никель выходит вот тут. Все клинообразные, но не все торцовые варианты, не из торцовки. Вот это тоже торцовка. У него присутствует небольшой брак. Он никак не влияет ни на крепость, ни на что, только вид. Поэтому этот клинок будет дешевле, однозначно. Я просто вам покажу все моменты. Почему произошла вот здесь такая вот фиговина? Потому что был удар по хвостовику, когда клинок подостыл. То есть не должная температура была, именно вот когда по хвостовику был удар. И поэтому вот так все произошло. Зато широкая режущая кромка. То есть пока вы его не сточите, до сих пор он будет идеален. А здесь он тоже будет резать, но уже не идеально далеко. Очередной клинок из торцевого дамаска с никелем. Кто-то мне один разок, правда, написал на электронную почту, что вроде бы ценники такие кусачие в районе 5000. Вы просто ценники кусачие не видели. Если посмотреть внимательно по интернету, вот такие уже варианты, они стоят там 16, 22 рублика, так как бы у меня драмовщина, если так вот пошло. Да, все клинки широкие, реально широкие, просто огромные. Сейчас давайте просто возьмем и замерим, вот даже с этого клинка начнем. Никаких штанги циркулей, просто так по-детски. 35 миллиметров ширина.
данного клинка. Можете себе представить. Такие монстрики, так сказать. Вот еще интересная такая моделька. Также торцевой дамаск. Но расположение по-другому. Я вам в макросъемке показываю, чтобы вы все рассмотрели, потому что на фото далеко этого не увидите. То есть, как бы, ну, много чего не увидите. Здесь кромку хотя бы видно. На некоторых клинках ее даже не видно. Еще один торцевого дамаска, также клинообразные спуски, но если вы заметили, нет вот этой площадки. Вот на хвостовик выходит зарезка, то есть спуски. Сейчас я вам покажу также в мельчайших подробностях все это дело, как это в реальности выглядит. Потому что то тень, то свет, то погодные условия, то еще что-то. Ну и как бы фотографии со мной никогда не передаст то, что я вам сейчас показываю. Тонюсенькая кромочка. Это единственный клинок, который вот без вот такой плоскости, а сразу же на хвостовик спуски. И единственный клинок — это торцевой мозаичный дамаск. То есть это реальная мозаика. Единственный ее недостаток — она дороже, чем любая даже торцовка. Но вот такие варианты я не видел в клинках в цветном таком исполнении ни разу. Может, где-то и есть, я не знаю, но я не встречал. Но в ножах я видал только от 45 тысяч и выше, если нож будет вот с такого клинка. Я вам опять же показываю все это в макро. Может, вам это и не нужно, как бы, в макро. Может, вы хотели видеть общий вид вот так вот. Но, как по мне, так макро — это все-таки такая вещь, которая, ну, максимально приближает вас, дистанционно пускай, но к тому, что будет размещено на сайте и доступно для каждого из вас. Тоже у всех тоненькие кромочки, все как надо. Я сейчас их все-таки слегка так шарпну, чтобы была какая-то подготовленная кромка, а не вообще, то есть с нуля вам пришлось все это делать. Но это будет ускорить ваш процесс заточки, это минимизирует возможный перегрев, если кто-то, ну, затачивает так вот наотмашь, как бы, на чем попало. И поэтому я так сделаю сейчас. У всех хвостовиков имеются отверстия для дальнейшей фиксации хвостовика, удлинителя, все диаметром 4 мм отверстия. Ну что ж, прошу любить и жаловать. Встречайте на сайте, и до новых встреч, до новых обзоров.